Нордик, арбузный мед, очищенный и сильно упаренный сок, получаемый из мякоти зрелых плодов арбуза, имеет консистенцию меда, коричневый цвет, сладкий вкус и содержит не менее 60% сахара. Мякоть отделяют от корки, протирают сквозь сито и отцеживают сок. После фильтрации его кипятят, снимая пену, затем упаривают в 9 до 10 раз. Для получения 1 кг нордика требуется от 16 до 17 кг арбузов сладких сортов, использовать для приготовления сарептинских пряников. Также является традиционным десертным блюдом донской казачьей кухни. Нордик – это есть донской десерт, приготовляемый исключительно на Дону по станицам казачками. Приготовленное нордико происходит осенью, когда поспеют арбузы, из которых он твердый знак приготовляется следующим образом. Из спелых, преимущественно мелких арбузов выдалбливается ложками мякиш, который затем продавливается через сито. Полученная сладкая красноватая жидкость сливается в твердый знак чугунный котел, который кипятится в твердый знак горни на открытом воздухе до тех пор, пока не получится сироп, консистенция которого зависит от твердый знак продолжительности кипяченая. Обыкновенная густота нордика подобна консистенции самых густых сливок или меда. Употребляется нордик главным образом как десерт и как пищевое вещество за завтраком в твердый знак полдень, причем его едя с твердый знак хлебом и особенно его любят есть донская казачки с твердый знак пышками. Употребленный нордик без привычки или в твердый знак в большом количестве вызывает у некоторых лиц симптомы острого гастрита, выражающиеся в твердый знак сжаной под ложечкой, тошноте, а иногда и рвоте. Привычные же к твердый знак нему донской казаки и казачки, едя нордик в твердый знак в большом количестве без всякого вреда для своего здоровья. А.С. Щербаков, журнал «Наша пища», 1891 год.